Анонс и точно дата выхода 6 серии 3 сезона сериала «Тест на беременность». 6 серия сериала выйдет на интернет-портале Кион 14 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Бахметьева хочет навсегда забыть свое врачебное прошлое и сжигает все докторские атрибуты. Тем временем Александру вызывают на срочную ночную операцию, но от Наташи она скрывает, куда едет. Несмотря на спасенную жизнь суррогатной матери, коллеги остались недовольны работой Александры. Валентин приезжает к Наташе. Туда же подъезжает Юрий с бутылкой вина. Александра вынуждена сказать клиентам о возможной инвалидности будущего ребенка, но они не хотят принимать такого малыша и подписывают отказ. Из больницы Наташа звонит Веленская и просит ее приехать. В больнице Наташа узнает, что на ее место заведующей отделением пришла Александра. Юрий тоже не хочет ее видеть. Суррогатные родители сообщили о готовности оставить больного малыша у себя. Наташе звонят из городской больницы и сообщают, что ждут ее на новом рабочем месте. Напомним, 6 серия сериала выйдет в эфир 14 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.